8 сентября начался процесс дезинфекции стационара Видновской ВРКБ, которая была перепрофилирована под работу с коронавирусными больными в мае текущего года. А недавно деятельность в этом режиме прекратилась. Пресс-служба медучреждения со ссылкой на главного врача Бутая Бутаева сообщает, каждый миллиметр стационара будет неоднократно обработан. Все поверхности, в том числе и труднодоступные, такие как вентиляционные и лифтовые шахты, будут дезинфицированы. Воздух помещения обработают при помощи бактерицидных рециркуляторов. Ожидается, что все дезинфекционные работы будут произведены в течение недели. В процессе обработки будут применяться дезинфицирующие средства из различных химических групп, используемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. По окончании дезинфекции стационар ВРКБ будет готов начать прием пациентов в плановом режиме.